Церковь вон, смотри, какая за нами смотрит. Добрый день. Подскажите, а кто депутат в вашем округе? Трубецкой. Рымарь. О, забыла. На фотографии висит. О, боже, милочка. Я этим вопросом давным-давно не интересуюсь. Трубецкой. Вот, затрудняюсь сказать. Могли бы вы назвать проблемы вашего округа? Район хороший, зеленый. Близость леса. Да вообще романтика, красота. Церковь вон, смотри, какая. За нами смотрит. Ну, дороги нормальные. Убирают, конечно, уборщики. Сейчас лучше, намного лучше. Депутат, ну, за последнее время делает достаточно видную его работу. И дорожки проложил, и как-то за порядочком следит. Ну, и все-таки какие-то сдвиги есть. Нормально. Угу. Хорошо. Нормально. Все в порядке. Не знаю, мусор вывозится. Здесь только вот с транспортом в вечернее время тяжело, особенно если добраться на левый берег. Ну, так, терпимо. Как депутат Александр Трубецкой решает ваши проблемы? Трубецкой у нас уже 100 лет, мы его знаем. Он нам сделал крышу в доме, так что благодарна ему. Не могу ничего сказать. Затрудняюсь сказать. Раньше я практически знал всех депутатов, потому что с ними работал в администрации города, нашей Воронежской городской думе. Ну вот. А сейчас депутатов как таковых их не видно. Хоть встречи какие-нибудь организовали бы. Честно слово, я отдыхаю здесь. Политика. У меня рыбалка, купание. Не слышала. Как-то не попадала. Да, он наши проблемы решает, и я, насколько слышала, я, правда, лично не обращалась, но слышала, что двери всегда открыты, если какая-то возможность или какие-то проблемы, то всегда можно прийти и обратиться к нему, и все это решаемо.